Так, ребята, всем привет. Продолжаем борьбу с этим вирусом. Сейчас я как раз на вот этой подопытной материнке поставлю винду. Меня многие спрашивают, ну вот я сейчас с флешки буду ставить Windows. И меня спрашивают, а вот с флешки будешь ставить, да? И заразится же сразу флешка. Ну а чего, ребята, она заразится? Ничего она не заразится. Мы же сейчас не запускаемся с диска. Вот диск с вирусом, да? Вот тут накрытый загрузочный сектор. В загрузке сейчас этот вирус сидит. Ну, в диске C, может, он сидит. Может, даже и в D быть, да? Но мы сейчас же не загружаемся с системы. То есть, как этот вирус поймет, что его надо запустить и перелезть в флешку? Ну, никак. То есть, сейчас спокойно с флешки загрузим винду. Установим его, как положено, и все. И потом продолжим эксперименты. И вот смотрите, вот тут вирус у нас на диске C, да? Мы можем его форматнуть. Не можем, а надо его форматнуть. Все, прибили ту винду. Там, причем винда была на другую материнку. А мы сейчас на вот этой Биостар будем все эксперименты с вирусом проводить. Потому что мне тут компьютер надо для работы. Так, мы его форматнули, да? Вот этот раздел. Так, теперь туда и ставим нашу виндузу. Ребята, всем привет. Андрюха свой планшет опять задолбал. Папе все время ремонтировать надо. Разбивает гнездо наушников, гад такой. Так и сам делать, ребята, не хочет. Все я ему должен делать. Дать ему вот сейчас, чтобы он припаялся. И гляньте, какой грязный, фу. Андрюха, весь планшет грязнючий, фу. На тебя это не похоже. Ты не должен так загаживать. Так, вскрываем на натап его. Видите, ногти отрастил опять. Я не могу без ногтей. Я тогда не смогу открывать технику. То есть, видите, даже следов не остается взлома. Человеческий ноготь. Самая лучшая скрепка для открывания. Так, видите? Вот так вот. Так, Андрюха, видишь, тут не потерять. Эти. Так, где оно? Покажи. Вот это? И тут все нормально. Вот я паял последний раз. Андрюха, ты что, когда вставляешь плохой звук, да? Так может то в наушниках самих. Ну тут нормально все припаяно. Неси наушники. Вот, ребята, есть, есть. Вот микротрещинка. Вот вы там видишь? Да? Видно, да? Ну, короче, есть, ребята. Ну, пропаяем сейчас и все. Может залить каким-то клеем. Так, смотри, как наушники. Сейчас проверим. Вот эта масса. Запоминай. Вот один канал. Второй канал. Видишь, 30 Ом. Теперь берешь вот так вот, держишь и гнешь вот эти провода. Не, не отходит. То у меня тут отошло. Не отходит один канал. А у тебя когда вставляешь, отходит, да? Да, наушники четкие. Все. Вот это только вот эта микротрещинка. Сейчас пропаяю. Вот, ребята, видите, и здесь трещинка. Вот это ж Андрюха вечно граблями своими ставит наушники сильно. Видите, здесь. Ну, я не знаю, может быть, залить термо вот этой, термоклеем. Да, наверное. Давай сейчас усилим, попробуем. Ну, видишь, болтается весь разъем. И паяй, не паяй, там мы уже третий или четвертый раз паяем. Оно раз через месяц, через два разбивается опять. Короче говоря, давай сейчас усилим термоклеем. Так. Так, ну вот хорошо вроде припаял с канифолькой. Теперь надо термоклей. Так. Теперь вытираем жало паяльника Андрюхиными трусами детскими. Видите, это он в детстве его трусы были. Так, кстати, нет, плохо этими трусами Андрюха вытирает. Они не ХБ, а синтетика. Так, а где у меня тряпка ХБ? Блин, далеко где-то.
Ладно, вечно мы как снимать, так у нас ничего не ладится. Теперь смотри, чистый паяльник, да? Не должно быть. Видишь, немножко этого олова. Так, ну и попробуем, ребята, просто вот взять сейчас и залить вот это все. Может, это поможет и дольше будет держаться гнездо. Как вы думаете? Я думаю, будет дольше. Тут уже надо законы физики знать. Да? И как? Где залить? Чтобы как система рычага. Вот побольше, вот площадь, видишь, побольше охватить. Вот, чтобы плоскость больше взялась. Блин, кусочек этого, видишь, олова не счистили. Так, потом его уберу. Чтоб еще и крышка ж сверху закрылась. Сдуру не надо ж пихать сюда тонну. Все. Вот видите, тут застежечки такие. Кстати, Андрюха, видишь, одна уже поломалась. Ну, я ее выкину. В принципе, она там тебе особо и не надо. Так, собираем сюда. Должно быть классно. Так и должно быть. Прошивал давно. Нет. Это новая прошивка здесь, да, вот эта, да. Последняя? Ну как, она нормальная? Хорошая? Нормально. Планшет уже устарел, да? Угу. Надо вот тот сделать, покажи. Вот у нас планшет вот такой есть, никак не доделаем. Не можем его восстановить. Видео будет обязательно, как мы его восстановим. Прошивки просто нет. Ой, видели, только что было 247 вольт, вот этот сработал. И опять упало до 200. Такие скачки у нас постоянно, напряжение. Так, ну вот, планшетик, короче, запустили, свет выключу сейчас. Все, порядок. Все, ребята. Все, ребята, все работает. Оно так будет слышно. Микрофону прямо. Наушники. Так, все, ребята, делайте свои планшеты сами. И ты, Андрюха, делай планшет свой сам. Хватит уже на папе ездить. Посмотри ребятам в глаза. Смотрите, как его постригли сегодня классно. Жара 40 градусов, да? Прическа самое то. Ладно, все. Ноутбуки, смотрите, как у нас работают. Видите? Все открыто. Вот так его держу. Дотронуться невозможно. Wi-Fi вообще горячущий. Ну а что делать? Вот так вот его и смотрю. Ладно, все. Всем пока. Проблема, ребята. Только что Владик звонил. Он сегодня на работе в техподдержке нашего провайдера. Короче, у нас вот, слышали, мы тут что-то делали, и 250 вольт, там больше, наверное. Это только я успел что увидеть на вот этом отсекателе. Как долбануло, короче, пропал у нас интернет, все пропало. Сейчас пойду проверять холодильники, всю технику. Все было, в принципе, отключено. Но повышенное напряжение, как долбануло. Задолбали они, всю зиму, блин, заниженное было 160 вольт. А теперь завышенное, так и температура 31 градус под вечер. Раз, ребята, такое у нас стало происходить, мне надо как-то технику нашу уберечь. Значит, идея какая у меня теперь возникла. Вот у меня есть отсекатели. Мне их когда-то поломанные дали, я их отремонтировал. Вот еще один. Этот еще не сделал, но уже знаю причину. И у меня сразу идея возникла. Сделать отсекатель на весь дом. То есть вот тут добавить большое реле, мощное, чтобы оно весь дом отсекало при повышенном напряжении. И при пониженном тоже. Значит, одно из следующих видео, ну не сейчас прямо это, ну вообще вот такая идея. И у меня вот тут счетчик же перенесли на улицу, а здесь осталось, видите, вот такая со счетчика. И тут вход и выход, сразу же там провода есть. И вот так отсекатель здесь встрою с релюшкой мощной. И будет хотя бы уберегать наш дом от завышенного напряжения. Вот, ребята, Андрюха, смотрите, ему 13 лет. Сам заменил 5 конденсаторов. Видите, папа ему поставил вентилятор, чтобы даже в носик ему канифолька не лезла. Все условия созданы, пацану. Только работай. Так, ребятки, перепаял Андрюха кондеры, все.
Помните, он запускался, этот блок питания. Тут было много грязи. Мы вот, видите, спиртом еле отдерли. Какое-то прямо пятно было. Похожее как на канифоль, но какая-то белая. Какая-то дрянь. И она замыкала вот этот зеленый провод. То есть получалось сопротивление. И вот этот зеленый провод, писион, да, который вот у нас на гребенке, у него получалось сопротивление между массой. Вот он сюда приходит. И вот тут, видите, вот такая дрянь. Вот я, кстати, не отмыл еще тоже вот такое пятно. Видите? Вот что это такое? А ну, увеличь. Так. Вот это, видите, такая вот дрянь была. Смотрите, она отпадает. Похоже, как на канифоль. Не знаю. Вот это у них, видно, влага была. Пыли тут было много. И блок питания запускался. Мне только интересно, ребята, как это все работало у них. Говорят же, работало. И я ж подкидывал этот блок со вздутыми емкостями на старую материнку, на проверочную. И он даже запустил ее. Ну, не лень было открывать корпус. Я просто взял быстренько блок, подкинул на проверочную мать, над старинную. И все было, все работало. Представляете, она даже запустилась. Ну ладно, мать его так, этот блок. Короче, Андрюха все перепаял, все красиво сделал. Видите? Молодец. Смазал вентилятор. Надеюсь, не надо показывать как, да? Этикеточку надрываешь. Там зелененькая. Ой, какая зелененькая? Я уже заговариваюсь, ребята. Резиновый сальничек. Туда 5 капель смазки полусинтетики нашей. Какой-то очень дорогой смазки. Так. Так, ребятки, смотрите теперь. Вот у меня, помните, проверочная лампа? Обычная на 25 ватт там. Я в коробку впихнул. Видите, сделал такой проверочный стенд. То есть вход-выход. Мама, папа, да? Вот видите, можем сюда сейчас подать 220. Здесь у нас выключатель нагрузки. Еще можно было выключатель сделать лампочку, отключать и включать. Но то уже неохота. Теперь вот смотрите, припаиваемся к этому блоку. Первое включение давайте сделаем через лампу. И подточить надо чуть-чуть. Видишь, не входит. Это я с какой-то хрени делал эту штуку. Видишь, Андрюха, она немножко не подходит. Сейчас я подточу. Так. Включаем. Оп, видите, моргнула лампочка и погасла. Это уже хорошо. Моргнула, вы помните почему. Конденсаторы сетевые зарядились. И теперь вот эта приблуда, помните, обычный разъем со старой материнки. Тут у меня 5 вольт, дежурка, 12 вольт. Короче говоря, сами можете налепить что угодно. И кнопочка включения. То есть, видите, дежурка есть 5 вольт. Кнопочка включаем. Блок запустился. 12 вольт и 5 вольт есть. Все, блок работает. Отключаем. Все, он выключился, видите. То есть, мешала там проводящая какая-то херня была налита. И она запускала блок. Он был постоянно включен. Все, видите? То есть теперь, если нагрузить чем-то серьезным, то у нас лампочка эта начнет гореть. То есть блок сейчас нормально, все напряжение выдает, все как положено. Но только мы ему нагрузку серьезненькую дадим, вот допустим, давайте вот такую лампочку, он начнет в защиту уходить, ему не хватит питания, потому что через лампочку вместо предохранителя. Видите? Все, блок вырубился, не хватает. Хотя он не вырубился, немножко что-то пашет там, не на полную мощность. Теперь включаем напрямую. Так, напрямую включили. И теперь под нагрузкой блок проверили. Тут мощная галогенка висит. Все работает, все хорошо. Все, с блоком все, собираем. Ребята, все, жесткий диск полетел от этого вируса. Смотрите, слушайте. Слышите? А, полетел жесткий диск от вируса, видите? Клацает теперь. На, обдуришь вас. Вы же внимательные, да? Это Samsung какой-то поломанный. Притащил, думал сделать еще один проверочный для вируса. Но он
дохлый.